Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим с вами пампушки для украинского борща. Значит, что у нас здесь? Тесто приготовленное. Уже готовое, оно подошло, как я его готовила. Я взяла 350 грамм муки, 250 грамм воды, соли 0,5 чайной ложечки, сахару 1 столовую ложку и дрожжей 25 грамм. Оно у меня вот подошло, я два раза его даже уже приминала. Значит, на противень я налила масло, видите, да? Также руки я смазываю маслом. И тесточко выкладываю сюда. И буду вот такие шарики делать. Видите? Небольшие. Буду пореже, так как теста у меня мало, а лист, видимо, большой я взяла. Надо было поменьше. Ну, ничего. Мы распределим тесточко на весь листик. И дадим немножко подойти тесточку и поставим в духовку, нагретую до 180 градусов, буквально минут на 15, потому что они у нас маленькие, они прожарятся очень быстро. И вот я уже достала наши пампушки из духовки, простояли они 20 минут. Сейчас я их полностью остужу и приготовлю такой чесночный соус и помажу их чесночным соусом. Далее я взяла 4 зубчика чеснока, через пресс его и залью немножечко воды. Вот грамм 10 примерно. И оставлю, накрою и пускай настоится часа полтора. И когда время уже вышло, я доливаю еще немножко масла. Нерафинированного. Ну, грамм 15. И минут 10 пускай постоит, и у нас такой чесночный соус готов. И потом мы просто берем нашу кисточку и обмазываем наши пампушки. Вот такие пампушки подаются к борщу. И вот украинский борщ мы подаем с нашими пампушками. Приятного аппетита и удачи вам! Готовьте, радуйте своих близких!